всем привет! У нас потеплело в Нижегородской области. Все лето прям хорошо, так тепло. Было очень холодно после дождя. Но сейчас вот хорошо прям так потеплело. Солнышко. Будем надеяться, что будет лето у всех хорошее, теплое. Чего я вам всем очень-очень желаю. Лето у нас очень короткое, средняя полоса России. Поэтому мы скучаем за солнышком. Хочется подольше погреться. Ну, еще мало люпинов, да? Ну да, они только начинают. С этой стороны вот более-менее уже появляются. Красиво все-таки у нас, да, Валер, в Нижегородской области? Да московская нисколько не это. На машине ехали, я думал, там меньше. Ой, там столько лесов, мама дорогая. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21 градус. Ближе к вечеру столбик термометра покажет 13 градусов тепла. В нашем музыкальном эфире всегда хорошая погода. Оставайтесь вместе с нами. Милицейская волна. Для детей старше 16 лет. Сейчас приеду, борщичка со щавельком наварю. Так хочется чего-нибудь кисленького. Ну вот, ребятки, нарвала я щавелечку, лучка, все со своего огорода, помыла все. Сейчас все порежу меленько и сварю борщ со щавелем. Здесь у меня уже сварился бульончик, мясо, курочка домашняя и картошечка. Режу меленько щавель. Щавель или щавель? Как правильно ударение ставить? Все порезала. Высыпаем в миску. Сейчас порежу лучок и укропчик. Все свеженькое, все душистое. Укропчик очень вкусно пахнет. Сейчас тоже все сюда же к щавельку. Немножечко сейчас я присолю. Соличкой. Вот чуть-чуть грамульку. Трошки присаливаю. И вот так вот ложечкой, а лучше руками сейчас вот так все пожамкаю, чтобы щавелек выделил сок, кислоту. Вот, видите, вот так получилось. И укроп отдает свой запах хорошо. И лучок. Вот все сюда же. Бульончик выкладываю. Ох, и борщичок будет добрый, вкуснющий. Разбиваю два яичечка курячих и взбиваю вилочкой. И выливаю все сюда же борщик наш. Вот так вот все получается. Видите, как все вкусненько. Кисленько будет. Сейчас покуштую и выключу. Вкусно. Все, пойду на улицу работать. Сегодня у меня субботник. Я перемыла все свои плошечки из-под рассады, видите, чтобы потом уже зимой брать, чтобы они были все чистенькие. А то зимой где их потом помоешь? Если в доме, а сейчас на улице все хорошо, вот мою. Высушу и сейчас все опущу в погреб. Вот такая у меня сегодня работа плодотворная. Валера там занимается своей уборкой. У него тоже там вон целая куча хлама. Все чистит, все на погребе вычищает. В общем, у нас вот такая вот сегодня плодотворная работа. Субботник. Ленинский субботник у нас. Полезла в погреб, а там ведер 5 моркови. Вот такой вот, видите, свежая какая. Вообще не повяло нисколечко. Вот видите, самое главное, убираю вот точки роста. И все. И вот здесь обрезаю, чтобы не гнило ни кончик, ни вот точки роста. И все, и сохраняется отлично. Наверное, ведер 5 еще осталось моркови. Очень хороший был урожай и сохранилось просто прекрасно. Я всегда так храню. У меня есть видео, как хранить морковь. Можете посмотреть, кому интересно. Вот любуемся красотой всего сколько минут перед сном? Минут 10. Целый день вкалывали, да, как ишаки.
Значит, перед сном минут 10. Ну, сейчас уже спать пойдем. Ну, не через 10 минут. Как с утра вышли, и все. Не через 10 минут. Ленинский субботник закончился. Коммунистический. А я говорю, ленинский субботник. Так, а какая разница, он и был? Коммунистический? Ленинский, коммунистический. А, точно, так и назывался, да. Ленинский. 22 апреля. Ну, это наш только возраст помнит. Молодежь-то это ничего и не знает, конечно, да? Конечно. Что такое субботник? А мы всю свою жизнь ходили на субботники. На демонстрации. На демонстрации, не говори-ка. Попробуй не сходи. Премиальных лишали. Квартальных сразу. Да, и квартальных. Ну, я-то в детском садике работала, у меня там не было квартальных. А ты знамя все время носил, да? Или портрет чей-нибудь там? Великих. Портрет я не любил, лучше знамя. Знамя носил. Знамя нес. Как передовик производства. Ой, красота. Деревня летом. Комары только кусаются, да? Да мошка. Мошка, комаров не видно. Комары все равно есть. Не так. Мошка, да, вылетела мошка. Хорошо в деревне летом. Ах, какая красота. Вон туда самолет. А там что? Самолет? Идет. С востока. С востока на запад? С востока на Москву. Угу. Через 20 минут приземление в Москве. Ну да. 365 километров по прямой. 365 километров от нас до Москвы, да? Ну, по автодороге. Ну, да. А самолетом-то? 15 минут и там, да? Ну не 15, 20, полчаса. Придет такое время, когда, наверное, у каждого будет самолет. Сейчас у каждого машина, а придет такое время, когда у каждого будет самолет. Как ты думаешь? Ну это у олигархов, а у нас, у простых смертных, может, тоже будут, у наших праправнуков, может быть. Да они не нужны. Что это? Самолеты. Лучше вертолет маленький. Вон на Якубовича. Летает и летает себе. На самолетах. Ну да. На вертолетах не летает. Ну-ка, у него, по-моему, свой вертолет, у Якубовича-то. Не знаю. Не, вот эту бельевешку точно надо убрать отсюда, да? Не, ради бога, если вот мне она как бы... Я вон свой кивиз куда поставил. Что она как-то весь вид этого цветника портит, да? Ну, не знаю, может быть. Не, в ту трубу она точно войдет. 57-ю. Она и будет кружиться. На той неделе нам надо с тобой это все сделать, да? Сделаем. Лишь бы Бог дал здоровья нам. Вот именно. Лишь бы до утра дожить. Загад не бывает богат. Ой. Расскажи о своих планах Богу, и он... Нет. Что там, как говорят правильно? Не да. Перебила мысль. Расскажи сразу о своих планах Богу, и он рассмеется, да? Ну, давай, говори. Ты все знаешь. Комары заедают прям. Да это не комары, это мошка. Да прям комары. На меня комары садятся, на тебя мошка. Избирательно, короче, они нас кусают. Валер, я вспомнила пословицу. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. На завтра. Ну да. Рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на завтра. Да, 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 точно. Так что загад не бывает богат. Утро все покажет. Идем, Валер, покушаем. Вишенка готова. И в люлю. Бай-бай.
Вам тоже всем приятного аппетита, кто садится ужинать. Посмотрите, какое красивое в нашей деревне небо. Розовое, розовый закат. Какая красота. Всем спокойной ночи. Пока-пока.